Каждый год в конце декабря у нас случаются новогодние праздники, почти столь же неожиданно, как и зима. И каждый год возникает вопрос, по крайней мере у тех, у кого есть дети, с каким деревом этот Новый год праздновать – с живой елкой или с пластмассовой. Существует такое представление, что пластмассовая елка лучше живой, потому что использование живых елок на Новый год наносит довольно большой вред природе, в частности лесам. Давайте разберемся в плюсах и минусах использования живых и искусственных новогодних деревьев. У искусственных деревьев есть плюсы. Они красивые, долговечные, их можно использовать 10-20 лет подряд, иногда и больше. Но есть и минусы. Для того, чтобы сделать искусственное дерево, нужно использовать невозобновляемые природные ресурсы. Это самый очевидный минус. Пластик делается из нефти или газа, каркас елки делается из металла, краски делаются часто из достаточно ядовитых химикатов, ну и так далее. Менее очевидные минусы состоят в том, что при производстве искусственных деревьев также расходуется большое количество невозобновляемых природных ресурсов. Это не только само изготовление материалов и готового продукта, но еще и транспортировка иногда на очень далекие расстояния. Если елка, например, делается в Юго-Восточной Азии, потом ее везут в Москву, то для того, чтобы доставить такую продукцию, тоже надо потратить очень много топлива. Плюс новогодние елки обычно продают в больших красивых упаковках. А упаковка – это тоже большое количество ресурсов, как возобновляемых, так и невозобновляемых. Поэтому след, который оставляется при производстве одной новогодней елки в природе, достаточно большой, начиная от добычи полезных ископаемых, которые потом пойдут на производство этой елки, и заканчивая добычей тех же полезных ископаемых, которые будут использованы как энергоресурсы для ее изготовления и транспортировки. Теперь о живых новогодних деревьях. Понятно, что они берутся не из ниоткуда. Их можно либо рубить в лесу, либо выращивать на специальных плантациях. На самом деле красивые новогодние деревья получаются именно с плантацией. В лесу у елки или другого хвойного дерева жизнь обычно тяжелая, ей не до красоты, и найти там по-настоящему красивое новогоднее дерево задача не из легких. Во всяком случае, найти там столько деревьев, чтобы обеспечить ими крупный город, ну, просто невозможно. Поэтому в современных цивилизованных странах, особенно с высокой плотностью населения, новогодние елки выращивают. Именно красивые деревья, иногда породистые, селекционные, специально выведенные для новогодних праздников по специальной технологии на специальных новогодних плантациях. При этом тратится небольшое количество природных ресурсов, невозобновляемых природных ресурсов. Это удобрения и агрохимикаты, от которых нельзя отказаться, а все остальное – это земля и человеческий труд. Ну и, конечно, некоторые ресурсы на транспортировку этих деревьев до потребителей. Получается, что использование искусственной новогодней елки оставляет большой экологический след, но один раз за много лет, а использование живой новогодней елки – маленький экологический след, но ежегодно. Если мы сравним то и другое вместе, результат может получиться похожим. Но для того, чтобы сравнить, что лучше, а что хуже, надо учитывать и другие факторы. Например, упаковка. Современная торговля – это в значительной степени продажа упаковки и уже во вторую очередь того, что в эту упаковку запечатано. Покупая искусственную новогоднюю ель, вы часто покупаете очень большую, красивую коробку со всевозможными пакетиками внутри и так далее. Да? То есть по весу упаковка может даже превосходить саму елку. Но, к сожалению, это касается и живых деревьев. Живые деревья сейчас тоже часто продаются в специальных пластиковых сетках, пакетах. Поэтому, решая, с каким деревом праздновать Новый год, живым или искусственным, смотрите на то, во что это дерево упаковано. Если вы каждый год покупаете живую новогоднюю елку, пусть даже выращенную самым лучшим для природы образом на самых лучших новогодних плантациях, но каждый год в одноразовой сетке или пакете, за 10-20 лет вы наберете этих сеток и пакетов гораздо больше по весу, чем весит искусственная новогодняя елка, и причините природе за счет упаковки гораздо больше вред, чем за счет использования живых новогодних елок. Кроме того, у производства любой продукции, будь то искусственные елки или живые, есть своя социальная роль. То есть их кто-то делает, кто-то выращивает, это дает рабочие места, доходы в местные бюджеты, налоги, ну и так далее. Искусственные елки чаще всего делаются в крупных промышленных центрах, где есть подходящие для этого предприятия, трудовые ресурсы. Причем значительная доля искусственных елок делается вообще не в нашей стране, завозится из-за рубежа, поэтому почти все социальные выгоды, которые эти искусственные елки дают производителям, они дают не у нас. Живые новогодние деревья
можно выращивать там, где есть много дешевых или даже дармовых земель, где есть много свободных рабочих рук, то есть как раз в угасающих, а часто даже умирающих деревнях и поселках. И этим можно дать дополнительный, пусть даже небольшой, но важный вклад в их социально-экономическое развитие. В России таких бросовых земель, на которых можно выращивать новогодние плантации, десятки миллионов гектаров. И деревень, которым нужны рабочие места, тоже очень-очень много. Поэтому все возможности для того, чтобы обеспечить страну живыми новогодними елками, даже самого лучшего качества, у нас в стране в принципе есть. Ну и какой из всего этого можно сделать вывод? Самая лучшая новогодняя елка – это хвойное дерево, выращенное на специальной плантации, местное, чтобы его не приходилось далеко везти и тратить на это невозобновляемые природные ресурсы, и с минимальным количеством упаковки, без использования пластиковой упаковки, которая сама по себе оставляет очень большой экологический след. Казалось бы, у нас в стране есть все для того, чтобы выращивать любое количество хороших, экологически правильных новогодних деревьев. А что мы видим на практике? А на практике мы видим, что пластмассовые елки к нам везут из Китая, из Финляндии, из других стран Европы. А живые елки к нам везут из Белоруссии, Польши, Дании, ну и также со всей Европы. Почему так получается? Причин, как всегда, несколько, но главная причина – это безумное лесное законодательство. Лесной кодекс 2006 года со всеми последующими поправками, которые просто не позволяют в нашей стране вести нормальное лесное хозяйство. А выращивание новогодних елок – это один из элементов лесного хозяйства. На прошедшей неделе в лесной кодекс внесен уже 47-й набор поправок со времени его принятия в 2006 году. То есть лесной кодекс за 12 лет своего существования правился большее число раз, чем все предыдущие лесные законы нашей страны, начиная с «Русской правды» Ярослава Мудрого, то есть за тысячелетие. При таких частых изменениях лесного законодательства вкладывать средства и силы во что-то долгосрочное никто не решается. Плюс к этому наше земельное законодательство не позволяет выращивать плантации новогодних елок, либо вообще любые лесные плантации, в целом леса, на землях сельскохозяйственного назначения. Чиновники считают, что если эта земля выбыла из сельского хозяйства, мы лучше будем штрафовать и мучить собственника, разорять его штрафами, но заставим его там выращивать какую-то сельскохозяйственную продукцию и не дадим выращивать продукцию лесную. Это еще причина, почему плантации новогодних елок в наших сельских районах отнюдь не процветают, а вовсе даже наоборот. Был такой советский анекдот, что если бы в Сахаре к власти пришли наши чиновники, через полтора десятилетия в пустыне возник бы дефицит песка. Эта история воплотилась в жизнь. 12 лет назад был принят наш новый лесной кодекс, а сейчас мы видим, что в стране, в нашей огромной стране с огромными площадями лесов, самыми большими в мире, с огромными площадями брошенных сельскохозяйственных земель, зарастающих лесами и кустарниками, не хватает новогодних деревьев. Ну и что с этим всем делать? Понятно, что надо менять наше законодательство. Чтобы в нашей стране решилась проблема новогодних елок, надо просто разрешить их выращивать. У нас огромное количество пустой земли, где это можно делать. У нас огромное количество незанятых рабочих рук. У нас огромное количество специалистов, которые вытеснены из лесного хозяйства после принятия нового лесного законодательства. У нас есть все для того, чтобы решить проблему новогодних елок. Не самая большая лесная проблема, но ее можно решить. Надо просто разрешить людям выращивать эти деревья, ну, хотя бы на своей земле, хотя бы на брошенных землях сельскохозяйственного назначения. Дайте право лесу на такой земле расти, лесным плантациям на такой земле существовать, и проблема за несколько лет исчезнет так, что о ней никто уже и не вспомнит.